И вернемся к воскресным выборам. Голосование шло активно. На участках были замечены известные люди, чиновники и члены правительства. Не остался в стороне от важной политической кампании и председатель комитета госконтроля. У Леонида Анфимова и здесь все под контролем. Участие в выборах считает своей прямой обязанностью. Я обязательно считаю себя ответственным избирателем, прежде всего, как гражданин, потому что мне совершенно не безинтересно, кто придет в представительные органы власти. И от этого зависит, прежде всего, будущее нашей страны. Избиратели были активны весь день. Участки работали не только в городах и деревнях, а также в санаториях, больницах и на базах отдыха.